выставили этот пиджак, выставили портрет, и никак для пожилой женщины, которая всю войну ждала своего мужа, для нее это было важно. И мне как-то вот так оно почувствовалось, когда я это увидела. Уважаемая Лилия, поздравляю вас. Спасибо. С вторым призывом места. Хочу подарить вот такую уникальную книгу. Валерий Федин. Это Сергей Посадский, наш писатель. К сожалению, ушел из жизни. Вот. Он был ученым, химиком. И здесь он описывает историю Руси от, скажем так, зарождения планеты Земля до сегодняшних дней. Уникальная вообще книжка. Я думаю, что у каждого россиянина должна быть такая. Такая вот на память магните. И можете выбрать вот из этих работ, которые я специально для наших автов. Еще и подарки. Да, какую-то да, одну работу. Спасибо большое. Вот. А гран-при в нашем конкурсе 7 штук, 7 номинаций. Вот такие вот эксклюзивные кораблики, деревянные ручные работы. Они с подсветочкой. Три режима. Три кораблика уедет в Калининград, Калининградская область. Один кораблик у нас в Москве сегодня получает автор в этом зале. Один корабль у нас в Краснодар летит. Надо вспомнить. Ну что, приглашаем следующего автора. Лебедев Валентин, Московская область, проза. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Теперь, ну, я живу давно. Начинал работать геодезистом. 19 лет прошел в Енисея давить пешком. Впечатлений много. Но потом изменил специальность, как бы тоже все в лесу было, в природе. Я работал охотоведом. Но не занимался воспроизводством диких там животных в охотхозяйстве, а занимался в основном охотнадзором.